По многочисленным просьбам я записываю хайлайты матчей бангальеров, и это их первый матч против команды Минески на турнире в Мумбаи, в Индии. В общем, хайлайты матча Панго и Минески. Погнали! Опа, заряжает, по наиву есть гели, на месте шейкер, Фэби, фиссурку прокачал, да, прокачал, выдал по наиву, ну и наив здесь, видимо, убирает на ФБ. Очень обидно, что именно Морф погиб. Не самый удачный матч от команды Пангу на старте. Как мы видим, 1.8 на табло, прям перефарм уже за Минески, Омни слэш. По слэру в таверну он отправляется весьма быстро, при этом у нас еще и Кипи там нападает в сторону Гостика. Гелем обмазал, есть подкоп, так, хорошо, надо бы убить этого парня, он весьма агрессивен, давайте же, мудохайте этого товарища. И замудохали, к пангальеры выезжает АФГ, так, он без Омни слэша, ну и все. Гостик вошел здесь на KP, но там был Фэлс Промис, еще и Фортун Энд за Гостиком, и неплохая польза нова зашла от KP. Ну все, Аксевич, видимо, будет отдыхать в таверне, главное больше никого не потерять команде Панго. Здесь выезжает за Айсбергом, у Айсберга есть терминант, есть телепорт, он на них отступает, но его тут провожают до конца. Нужна фиссура, она есть, ну и все, на месте Аджи, на месте Мун, и Айсберг отправляется в таверну. Минус 2 героя, минус 2 кора у пангальеров. Акджита подцепили хорошо, агро бежает, Морф минус готов, очень быстро убили, Нинджи Буги даже не успел выдать свой ультимейт, он тоже падает здесь. Камбэчная подкатила для пангальеров, ведь они еще и ломают вышку. Гостик опять на месте, врыв, Блэдмейл, ой, как же больно, просто уничтожение. В инвизе Никс пошел на хэкграунд, но его варды спалили. Опа, Мун, приветик, Хекс, до свидания, как же это было больно. Уже гадлайк у Муна, он выезжает дальше, минус 2 саппорта. У пангальер. Смог вылазка от пангальеров. Лузает девятку по золоту. При этом поймали. Так, хорошо, кипи. Но там есть диска и проблемки. Все-таки этот артефакт слишком жесткий. Во время врыва акса. И там вижу дальше. О, как хорошо вошли здесь. Минус готов по байбеку шейкера. И при этом айсберг, кто должен быть доволен. Даже несмотря на потерю Никса и Вич-доктора. Чины по кипи. Гель пошел. Ну, не самый удачный. При этом замедляют айсберга. Есть на нем весел. Было бы неплохо его убить, но пока не получается, фиссура пошла, и здесь подцепили и уничтожили еще слэйера, эхо слэм. От Фэби хорош шейкер, знаете, вот на турнире шейкеры прям хороши. Я думаю, что вы уже видели хайлайты прошлые, там всегда они жахали, наив тоже умрет, эх. Все-таки перевернули файт обратно парни из Минески. Никс нашел темпларку, хотя около темпларки есть подсейвы, там же это Акс, Гостик подпил на агр, но как мы видим, там уже падает господин. Айсберг на пару с господином Никсом, еще и Гостика проблемы. Да, это даблкил будет, видимо, для Деахи, хотя посмотрим, кому же будет фраг. Очень много дэмэджа, баш в лицо, и да, даблкил для Муна. Акс, ой, как хорошо вошел Гостик, и там есть подсейв лишь по одному, а вот что остальным... Делать непонятно, минус готов по троим из Минески, но голый трон. И это главная проблема коллектива Панго. Они еще и Муна минусуют. 1403 золота упало за этого парня сейчас. Гостик едет в погоню за KP. Байкбэк он потратил, кстати, дайбэк было бы неплохо оформить, но не получается. Фиссура, шейкер и хаслэм у него есть, и он не подошли к айсбергу даже без хаслэма. Хекс, просто был хекс у Муна. Тот самый Хекс, тот самый давний Хекс. Здесь еще рефрешер от Гостика пытается разминать, но Аджит выживает. Да, на нем фолс промис, его не убить. Эхо слэм, отлично, по трим залетает, нормально шарахнул. Минус ПВД без байбека, минус готов по морфу. Да, он был с Аегисом, но этого не хватает. Еще в таверну и отправится Никс. Фиссурка, до свидания. Good game, well play. Первая карта за Минески. Пожалуй, моя любимая комбо-вомба у Минески это ПАХа Магнус. Мне нравится драфт Минески здесь, и надеемся, что Панго смогут в камбэке в серии, потому что первую карту они уже проиграли. Го по второй. Так, ДПХ подвезли, проблему айсберга, там был потрачен шеклс еще и в Нинджа Буги, провожая дальше Death Profit, нужны сифоны, есть неплохой сварм, и давай же айсберг наяривай по этому парню, надо жить, надо хилиться, но не получается. Мун финиширует лагуной, очень битый Леон, но он не умрет, а вот Шадоу Шаман умрет. Эх, даблкил для Муна, 6-1. Смог вылазка от Минески на ПД в своей вышке. Вард поставили, пошел подкоп по Гостику. Вышка минус для айсберга, но там езжают дальше. Дум пошел.
Ну и варды поставлены, Лагуна пошла, минус KP, минус, также готовы еще и по Леону. Ну и в размен пока на ДПХу, в плюс ситуация для команды Пангу, это минус тавр плюс 2 фрага. Даже несмотря на потерю Богдана, главное больше не умирать. Въезжает Паха, понимает, что там слишком опасно. Может быть Шеклс, и Паха разминает отжить дистанционно, еще и Драгонслейв от Муна, 2 в 2. Все-таки получилось, и Гостик все-таки отойдет. Пангольеры по центру, под пуш пошел, есть палец, нет пальца, есть Лагуна. Но это даже жестче, в какой-то мере получилось. Станчик по двум героям, да, по двум залетает, отлично исполняет Мун, отлично исполняет команда Минески. Еще и поджимают Айсберга, проблема у Асбеста, и туда пошел Крит еще. Морф на телепорте пытается выдать подсейв и... хотя бы дать какой-то минус. Байбек потрачен от Оракла, подсейв по Айсбергу, подкоп по Наиву, ну и все. Байбек ушел в никуда. Пангольеры попытались пойти на Ашана, но все-таки Минески их выгоняют отсюда, еще и провожают, говорит, уходите, не трогайте, это не ваше, вам не суждено. Так, вошел здесь KP, стан пошел, но мимо от Муна, но тем не менее KP выбирается из вардов, варды профуханы в никуда от господина Шамана, въезжает в Наива. Так, крит работает, 788, палец пошел, минус готов. Еще и пальчик заряжен для Леона. Это был первый палец. Еще и Лагуна пошла. Ой, как же больно. Как же они устраивают тут Аладокедавру для пангольеров. Просто мир Гарри Поттера в доте. Аегис у Акджита въезжает в Айсберга. Есть по нему сетка. Юл на развороте. При этом KP подспили на Хекс. Но дальше нет продолжения. И Паха пока без крита выдает. А в это время падает Оракл. Слэр же отдыхает. Дум по Айсбергу. Он не вкастовал ультимейт. Так что его сейчас можно подоказать. И он не внесет импакта. Праймал Рор. KP поймали. Но не получается его убить. А вот с Наивом справляются. Даже несмотря на его перекачку. Минус 3. Эх. Панго, панго. Хотя, если быть справедливым, Нави в первый день тоже 2-0 лузнули Envy. Мистер сплитпуша на Гостике, но тут есть нюанс. У Муна так-то есть Shadowblade и Лагуна. Все, конечное. Да, слишком просто, при этом еще и умер на топе Slayer. 23 капери фарма, слишком много, возможно. Это последний файт пошел у нас здесь. Минус готов по двум суппортам. РПХ, ох, нормально. Да, это заслуживает гудгейма. Еще и Нави под Думом. Отличное исполнение от Минески. Легкие 2-0. Вот такая вот серия была в матче Минески и Пангольеры. Если тебе понравились хайлайты, то прожми палец вверх, не забудь написать комментарии. Ну и, конечно, жди последующие выпуски. Будут хайлайты матча Пангольеров против команды из Индии. Там было забавно. И, конечно, чтобы не пропустить, нужно прожать подписку и также нажать колокольчик. Потому что там приходят уведомления о новых выпусках. Где мы с вами услышимся? Вот так вот. С вами был Texas. Пока.